And the winner is Idrak Abazov. Всем привет, наверное, все меня слышат. Я очень рад. Я хотел бы... В первую очередь я хочу поблагодарить Index on Censorship и всех присутствующих. Я знаю, что сегодня здесь много людей, посвящающих свою жизнь борьбе за право знать других правду. В Азербайджане, там, откуда я приехал, правда может стоить журналисту жизни. В таких странах, как Азербайджан, нам, журналистам, приходится делать выбор. И мы выбираем право на правду. Иногда этот выбор стоит журналисту жизни. Зато самое право на правду в 2005 году отдал жизнь Эльмар Гусайнов. Он знал, что ему не простят, и он не перестал писать правду. Я не жалею, выбирая эту профессию, я сделал сознательный выбор и благодарю судьбу каждый день за то, чем я занимаюсь. Цензура, гонения, ограничения доступа к публичной информации, аресты журналистов. С каждым годом положение свободы СМИ в Азербайджане становится все хуже и хуже. 7 журналистов находятся в данный момент под арестом. Против них выдвинуты фальшивые обвинения от хранения наркотиков до оружия. В Азербайджане одного заявления депутата правящей партии достаточно для ареста редактора, критикующего правительство издания, несмотря на полное отсутствие каких-либо доказательств. Именно это произошло с главным редактором газеты «Урал» Авазом Зейналлы. 2 журналистов в Губе, в городе Губе, и вовсе были арестованы без предъявления каких-либо обвинений. По мнению правозащитников, их арестовали за то, что они передали блогерам видеозапись с публичных мероприятий, не пропущенные в эфир цензуры. Журналист «Радио Свобода» Хадижа Исмайлова была подвергнута шантажу в попытке заставить ее прекратить расследование об офшорных компаниях семьи президента. С 2009 года «Радио Свобода», BBC и «Голос Америка» запрещены на местных волнах. Вот эта цена, которую мои коллеги в Азербайджане платят за право азербайджанцев знать правду о том, что происходит у них в стране. За это право мы подвергаем опасности собственной жизни и жизни наших близких. Но цель стоит того, поскольку право на правду ценнее жизнь без правды. Спасибо вам огромное.